В Махачкале открылся центр нейродинамической гимнастики. Это комплекс упражнений на специальных тренажерах, которые помогают в игровой форме улучшать память, речь и координацию. С их помощью ребенок быстрее решает поставленные задачи, улучшаются его успеваемость и общее физическое состояние. Заниматься могут все дети в возрасте от 2 лет. Сейчас мир настолько быстро развивается, и люди ценны именно те, которые многозадачны, которые с легкостью могут переключиться из одной деятельности в другую. Если каждый родитель включит в режим дня нейрогимнастику ребенка, то он сразу почувствует, что ребенок станет более стрессоустойчивый, далее улучшится память и снимется нервное напряжение. Сотрудники центра – это специалисты высокого уровня с большим тренерским и преподавательским опытом. Они подберут индивидуальный комплекс и найдут подход к каждому ребенку. Сейчас мы делаем упражнение на балансировочной доске бинго, направлено на мозжечковую стимуляцию и межполушарное взаимодействие. Центр нейродинамической гимнастики находится в Махачкале по адресу улица Ирчи Казака, 51А.